Январские музыкальные вечера – бренд города над Бугом на протяжении десятилетий. Более 30 лет он объединяет на брестской сцене ведущих музыкантов со всего мира. В год тысячелетия, когда областному центру перейдет почетный статус культурной столицы СНГ, проводить такое мероприятие почетно особенно. На приглашение организаторов откликнулось более 200 артистов из 10 стран мира. Это сенсация. И сенсация в том, что это тысячелетие Бреста. Уже сенсация. И сенсация то, что это год СНГ. И получилась сенсация, я же никогда не планировала, и в Бресте мы не планировали, и никогда управление культурой не планировало, что вы становитесь первые, открываете год. А просто Богу так было удобно. Эти были числа названы 30 лет назад. И поэтому получилось так, что мы начинаем этот год первые, задаем планку на весь год, концертных выступлений, концертных событий в городе Бресте. В афише имена музыкантов, вносящих серьезный вклад в развитие искусства мира. Том Синатра – гитарист, племянник известного шоумена, певца Фрэнка Синатра. Артист итальянского оперного театра «Ла Скала» Джанни Манджардино и Альдо Капуто. Они, к слову, откроют фестивальную неделю. Пройдет она в традиционные для Бреста январские даты. Данный фестиваль мы открываем празднование тысячелетию нашего славного города Бреста. Даты проведения данного фестиваля, они уже неизменны не один десяток лет, это с 9 по 12 января. Организаторы данного фестиваля также являются неизменными, это Брестский областной исполнительный комитет, Брестский городской исполнительный комитет, Министерство культуры Республики Беларусь, а также музыкальное общество под чутким управлением Лилии Григорьевны. Всего за годы проведения январских вечеров на брестской сцене выступило более 7 тысяч музыкантов и исполнителей из 36 стран мира. Фестиваль стал не только важным культурным мероприятием для именитых артистов, но и успешной стартовой площадкой для молодых талантов. В программе 2019 года немало произведений, которые прозвучат на брестской сцене впервые. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному миру классической музыки во всем ее многообразии.